и мысли его летят далеко, и одолевают человека оленя думы. У меня за спиною закрылись мои глаза. Свет дотла догорел, обезглавлена ночь. Птицы, громадные ветра, не знают, где приземлиться. В жалких мучениях, в морщинах смеха, близкую душу искать не буду. Жизнь обмякла, мои видения тусклые. Все отречения сказали последнее слово. Им больше не встретиться. Они друг друга не знают. Я одинок. Одинок. Совсем одинок. Я никогда не менялся. Никогда Октан не слышал ее голоса. Немой сделал эту женщину война. Она получила похоронку на родного брата и золовку. Эта женщина забрала маленького Октана из детдома. И в тот же день она получила похоронку на своего мужа. И словно что-то онемело и сникло у нее внутри. С тех пор женщина эта молчит. Война не сломила ее. Она вырастила и воспитала Октана, которого окрестные люди прозвали человеком-оленем. Я тут привез тебе гостей. Опять на охоту?
Да, неплохо бы поохотиться, но об этом директор скажет, наверное. Октан, помоги людям. Впервые в наших краях. Дуй со своими гостями куда-нибудь подальше. И чтоб я не видел вас в лесу, тем более с ружьем. Тетя, дай карабин. Дорогой земляк, чтоб в последний раз я видел ваших охотников. Ладно, ладно, посмотрим. Зверь, а не человек. Да что я его не знаю? Я же сказал, с ним бесполезно говорить. Он же человеческой речи не понимает. Поведаю я вам, дети, истоки имени моего. Асаном меня нарекли в честь Жрау, степного поэта Асана Кайга. В народе его чтили: ты наш старший брат, ты опора для нас. Асан Кайга, печальный Асан, знак народной любви к своему мудрецу и заступнику. Глупый человек живет долго, как ворон. В этом ауле был всего один дурак. Да вот дожил до старости, и теперь с вами, с детьми, связался. Слезами полон этот мир. Мы потеряли на войне умных, горластых, здоровых мужиков. И теперь бабы верховодят. Эх, чигиты, лучше один старик-болтун, чем 10 умных сплетниц, которые иногда... Рассказывала вам, дети мои, о мужестве и подвигах ваших почтенных отцов. Взять, да и посчитать, сколько крепких, славных джигитов погибло в гражданскую, и сколько великую отечественную. Что появилась незадолго или вместе с последней войной, еще не поднялась на ноги. Вот и вышло, что со смертью Асана в ауле не осталось бы ни одного аксакала, ни одного старого человека.
Печали и без того хватает в нашем мире. Неумолим бег сурового времени. И оно наслаивает в бытие пласты жизни и смерти, гибели и возрождения. Есть лишь одно безмерное, долгое ощущение жизни. И существует каждый человек сам по себе. Придумывает свою мудрость и свои законы. Здравствуй, Айгуль. Здравствуй. Айгуль, пусть они умеют думать или плакать, как в книгах, но я буду жить по-своему и никогда не откажусь от своей свободы. Жить только лишь для себя. Кто, скажи мне, кто сегодня живет для других? Я могу привести тебе тысячи примеров, когда люди живут во имя других. Граница, что отделяет человека от животного, в способности различать добро и зло. И думал Октан о способности человека, и только человека, представлять будущее. В этом смысл и оправдание краткой жизни человека на земле. Проклятой судьбой аул Аршалы. Одно время его называли вдовьем аулом. Начали приходить похоронки. И остались в ауле в 70 домах безутешные вдовы войны. Когда они, сойдясь вместе, оплакивали погибших, вся предгорная долина наполняла женским плачем, вдовьим плачем. И плыл над миром женский скорбный плач.
земле существует блаженное место. Жируёку зовется та земля. И растут там высокие густые травы. И обилие там рек и озер. И люди не знают там печали и вражды. Народы не воюют между собой и живут в согласии. Жажда желанной земли, жажда Божий рюк. Без меня тебе правды не знать, а без правды народу страдать. Если слушать меня ты не будешь, то легко тебе все потерять. Путь к Жирёку лежит через пустыни, через палящие пески, через невзгоды. Лишь народ, выдержавший все испытания, познавший, что такое счастье и что такое борьба за счастье, сможет разбить свой стан в обетованной земле Жирёк. Хорошо, заверните. Хорошо. Подходите. Что вы? Здравствуйте. 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 Постыдись духа того, кто ради тебя и детей перевернулся на ДТ. Постыдись своих мальцов. О, если Аллах пошлет мне когда-нибудь еще мужчину. Я бы хотела, чтобы им оказался ты. А ДТ бы тебе простил. Даже был бы жив, и то простил бы. Потому что друга любил больше, чем жену свою. А помнишь, Ахтан, как мы с ДТ прозвали тебя зверем? И весь совхоз стал тебя так называть. Помнишь? Нет. Ты на самом деле не человек. Ты зверь. Чужие вы для меня. Один раз в месяц спускаюсь я с гор в долину. Родителей нет, семьи нет, одна немая тетя. Разве может человеческое начало отказаться от себя? И почему я влачу жалкую жизнь, словно выживший из ума старик? Чего же мне недостает,
чтобы мог я спокойно жить среди людей. Но чего ты добился? Ну что ты дал людям, а? Скажи мне. Ничего не дал. Одичал я без людей. Но одиноким можно быть и среди людей. Я помню сказки старого Асана, а вы забыли их. И теперь только я один ношу их в душе. Я думаю, нам, людям, нельзя убивать доверие друг другу. Человека к другому человеку. В тайге, в горах, перед небом и солнцем, перед водой и землей. Моя совесть чиста. Кому ты нужен, такой святоша? Ты давно стал зверем. Но зачем человеку сказки? Подумай. Он стал взрослым, умным. Не станут ли люди слишком наглыми, самоуверенными, утратив благородство сердца, лучшее из своих человеческих качеств? А ты сам? Почему ты сам закрыл на замок сердце? Что же ты прячешь так глубоко свое благородство? Или кого-то боишься? Некого мне бояться. У меня нет врагов. Значит, у тебя нет и друзей. Где ты, дух старого Асана? Почему не придешь к тому, кто так любит твое ясное, мудрое начало? Как жить человеку-оленю в этом мире без твоих сказок и легенд? И сказ мой о древних годах, о нашествии врагов и битвах наших предков. Слушайтесь, дети мои, боль и горечь войны. Пали мужчины наших родов в жестоком бою. И оделись тогда женщины мужские доспехи боевые. И пошли они, и поскакали они в бой за землю и за очаг свой. Thank you.
печаль моя легка, и тоска моя одинокая кажется мне не столь жестокой. Какие новости, батыр, в твоих горах? Сколько сурков настрелял? Говорят, ты мумьё нашел в горах. А? Нашел. Только не уверен. А ты принеси мне. Я-то разберусь. Теперь вы и в этом стали разбираться. Какие способности у вас? Да. А что тут сложного? Подумаешь, задача. А ты принеси мне его. Я его положу на язык и тут же скажу, что к чему. Эй, почему сам не женишься? А? Не лезь туда, куда тебя не просят. Опять перетягиваешь. Вот, видишь, Ахтан. Ой. Ахтан любил этого человека, неприветливого на вид. Он бывал вздорен, ядовит на слова, это правда. Однако не замечала за ним ни корысти, ни подлинной злобы. Во всех других отделениях совхоза бухгалтеров и кассиров то и дело снимали и сажали. А этот уже лет 30 спокойно работал на своем месте. Бук был старшим братом Айгуль, что имело для человека оленя особенное значение. О, наконец-то зажгли. Ну что ж, батыр, поговорили мы с тобой. Жена, хоть она не намного способна, но чаем напоит. А насчет мумьё и сушеной морали с роматой, ты не обижайся, все это шутка. Но вот сам подумай, на кой черт мне эта оленья сила? Свою девать некуда. Вон сколько у меня сорванцов. Пороть даже некогда. Особенно младшего. Ну что ж, пошли ко мне. Садись на коня. Да нет. Давай. Пешком пойдем. О, где тебя обрадует. Младший там недавно. Что ты путаешься под ногами? Куда тебе несет такую ночь? Что, продавщица, наверное? К вдове? Ну что, раз уж узнал, значит, что... За штаны ухватишь и не пустишь меня, да? А? Ты бы хоть детей постеснялся, бесстыжий.
Мне-то что? Посидеть, поговорить. Пусть она сама стыдится. Есть за что. Давай, проваливай. Дай закурить, дай. Чужой ты. Пришлый человек. Пошли. Знаю, над чем ты сейчас голову ломаешь. Брось. Будешь думать обо всех подлых делах, да переживать, башка треснет. Наш брат двуногое существо. Шлепает по грязи иногда, и ясным днем, когда все видно. А что говорит о ночи? Ты в полуху слушай этого Кана. Не такая она дура, вдова да-то. Небось, сидит у ее порога мерзавец. Облизывается, да покашливает. Ты много не думай об этом. Пошли. Ждут. Да, да. Что ты? Ой, Вась, что это? Привет, упал. Ай! Как в школе? Хорошо. А что ты рисуешь? Дом. Эй, а где гость? Что ты стоишь? А ну-ка, раздевайся. Давай. Проходи. Садись. Ход сделан. Ну что, у дяди выиграем, а? Ай, Жанат, на. Раз, два, три, дамка. Вот еще. Как дела? Будешь играть или нет? Сдаюсь. Еще одно очко в мою пользу. Вот видишь, твой папа как играет. А ты иди ложись спать. Пошли чай пить. Ночевать у меня. Спасибо, я пойду. С причудом эти человек. Темноты не бойся, как нормальные люди. Не надоело бродить по ночам, когда все спят? А потом брось ты эту волчью жизнь. Брось. Ты что? Тебя убудет, что ли? Ну чего ты ломаешься? Небось, с голоду подыхаешь. Аж на стену готова лезть.
Или ты ждешь, когда прибежит к тебе этот дикий человек-олень? Да не ты ему нужна, Айгуль нужна, дура! Он приехал сегодня и прямо направился к ней вместе с ее любимым братцем Бухом. Ну что ты ломаешься? Уходи! Бей! У тебя силы хватит, бей! Что ж ты стоишь? Ну что ты все выслеживаешь? Разве этот дом сарай или конюшня, чтоб пинком открывать дверь? Что ты пришел сюда среди ночи? Что тебе нужно? Я пришел за тем, чтобы спросить, зачем ты явился сюда? Интересно, какие у тебя есть права, чтобы так спрашивать? Может, у меня этих прав больше, чем у тебя? Я не нуждаюсь в вас. А если такая нужда и появится, то я выберу того, кто тянет ко мне руки и готов поджарить и сожрать меня, нежели того, кто не понимает меня и от которого, как от плохого петуха, ни прибыли мне и ни убытка. Так-то вот. Вот так срезала, озорница. Скрутила и бросила мне под ноги врага. Вот спасибо, 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 родная. Да ты что, оставь меня. Черт здоровый. Вот дурень здоровенный. Как бы не убил он его. Ты давно осквернила память, Дэдэ. За все надо отвечать. Если ты ко мне больше никогда не придешь, проклинать и плакать я не буду. Только подумай о добром имени своего друга. Чтобы обмануть другого, все как сон, тяжелый, тягостный сон. Ты прости меня, мой милый Тете, если можешь. Почему?
даже в толике. Счастье всегда есть чья-то боль. Человеческое счастье, да всего лишь плод чьей-нибудь печали. Мне хорошо, другому плохо. Почему так? Почему так? Кончилось для Октана пора детских сказок. Безвозвратно, навеки, пришла пора угрюмого, безрадостного одиночества. И днем, и ночью всегда один. Что там вокруг тебя? Белые поля и больше ничего. Одни белые поля и больше ничего. Тебе не холодно? Не знаю. Знаю. Что делать мне? Я запутался. Мне некуда больше идти. И приходит в горький час испытаний, в миг сомнения и страдания, как ипостась твоей сути, твоей сущности человека, красная женщина. Как совесть всех прожитых сотканных рек жизни. Но внезапно силою речи своей я становлюсь победителем, делаюсь чище, яснее, достойней и лучше, и к солнцу ближе. И ближе к бессмертию. И ребенок во мне рождается не нынешний, нет, а вечный рождается силою поцелуя, беспечнее первого мотылька. На рассвете весна ему подарила секунду, и это победа. Победа над смертью, и ребенок выходит на свет из руин, и руины, и ночь отступают. Я пришел. Салем. Салем, Олег.
Мириться я пришел к тебе. В гости. Вставай. Принимай гостя. Не косись. Кто еще к тебе решился бы прийти, кроме меня? Кто? Да никто! Браток, что с твоими волосами? Посидели. Как видишь. Посидели. Сейчас у пятилетних мальцов начинают сидеть головы. Такое время. А что говорить про таких, как мы с тобой, дорогой зверь? Зачем я пришел мириться? А если правду говорить, то не только за этим. Решил попросить, я у тебя немного мумиё. Что-то у меня желудок разболелся. Но неужели тебе жалко лекарства для больного такого человека? Проходи. Да ты дашь ему мумиё. Всего хорошего вам. Рахмет, приходи почаще. Прошу. Был старый Асан человеком доброй души. Коль родился человек, так и умрет. И в памяти сирот вдовьего аула
навсегда остался добрый старый Асан. Дети, ребятки, Алтай золотой, сияющий. Я уважаю тебя. Нам, думаю, незачем враждовать двум неглупым людям. В этой жизни каждый доказывает свою правоту. Мол, его гора есть самая высокая. Но я готов уступить тебя, ибо я тебя очень уважаю. И если у меня родится сын, я его назову Октаном. Ну, думаю, незачем нам враждовать. Откуда возьмешь его? У тебя ведь нет жены. Или ты сам рожаешь себе детей? А ты шутник, оказывается. В Алма-Ате жена осталась. Двое девчонок. Алименты плачу. Ты, значит, презираешь меня. Ну, а я тебя. И что же выходит? Зачем? А ведь люди... Люди... Нас с тобой... Одинаково не любят. Не любит нас с тобой, дорогой зверь. Кучу книг прочел я. Тьму всяких вещей знаю. Нет здесь никого, кто столько бы... Повидал мир, как я. А мне наплевать на все. Я понял истину. И всем этим пренебрег. Ты меня осуждаешь. А ты сам почему от всех отгородился? Отвечай. Не спеши осуждать человека. А знаешь ли, зверь-человек, что сейчас в городах в моде именно такие, как ты, они такие умники, как я. Куда мне? Даже в ауле для меня места нет. Врешь! Врешь! Да что тебе, аул Орели? Тебе просто жалко расставаться со своей свободой. Вольготной жизни жалко. А я, между прочим, тоже сам себе хозяин.
Запомни, Батыр, никому никогда на слово верить нельзя. И надо бить первым, пока тебя не ударили. Иначе помрешь не своей смертью. Древний человек в своих творениях, на скальных рисунках, выразил свое преклонение и восхищение перед своей праматерью, природой. Свет бытия, радость жизни запечатляется в солнечной символике. Зачем он мою лошадь сгубил, а? Зачем он лыжи сломал? Думал, что я не смогу догнать его? Он думал, что я останусь в этих снежных горах навсегда? Я догоню и поймаю тебя. Нет, так нельзя. Так нельзя жить на земле. Почему так, а? Я бегу от всего хорошего. А зло ведь все равно настигает меня. Как не ухожу от него? Мать, собирайся. Мы переезжаем в аул. Поедем. Поедем. Не бойся. Человек, думающий над сложными загадками жизни, считающий высшим достижением для себя знание природы и поклонение ей, потерпел крах. Реальность жизни совершенно равнодушна. Светлый ты человек или темный, злой или добрый, чист душою или погряз в пороках. Октан, которого взрослые дети всей округи звали Человеком-оленем, решил навсегда оставить Аршалы, прозванный Вдовьем Аулом.
Словно все двойственное, что лежит в основе бесконечного, безграничного мира, свет и тень, добро и зло, холод и тепло, смерть и жизнь тянутся вдаль, неведомые завтра следы двух врагов. Из дневника Айгуль. Самое прекрасное на свете называется женским именем. Земля, любовь, природа, жизнь. И самое высокое понятие сущности бытия – революция. Читай. Мы победим. Мы победим мои слова. Моя над миром синева, мои деревья и кусты, мои сомнения и мечты. Пусть на дыбы встает земля, вопит и злобствует и гонит, меня к своим ногам не склонит, как в бурю мачты корабля. Я буду жить, как я хочу, свободной птицей взлечу, глазам открою высоту, в ногах травою прорасту, в пустынях разольюсь водой, в морях затрепещу звездой, в горах дорогой пробегу. Я человек, я все могу. Косым стремительным углом и ветром режущим глаза, переломившейся ветлой на землю падала гроза, и громом возвестив весну, она звенела по траве, с размаху вышибая дверь в стремительность и крутизну. Холодно, май! Что, Майя? Не волнуйся. Из дневника Айгуль. Хочется жить и чувствовать, как те молодые, павшие в той войне. Жить и зарваться ветрами в клочки, только бы чуять артерии. Толчки. Впереди еще длинная, какая длинная дорога. Крепись, душа, не уставай, человек-олень.